Дорогие друзья, вы знаете, за сценой так много ребят, которые волнуются, стоят прямо в кулисах. Давайте их всех пригласим на сцену. Пожалуйста, ребята, участники творческих коллективов, я прошу вас всех на сцену. Мы без вас соскучились. Вы знаете, у нас сегодня у вас сегодня в гостях более 90 человек участников коллектива. Представляете, как много. Остальные. Я с большим удовольствием награждаю творческие коллективы Выскотского сельского дома культуры и приглашаю на сцену Зиновьеву Елену Борисовну, директора Дома культуры деревни Выскотка. Спасибо огромное, ребята, вы нас очень порадовали. Так, Елена Борисовна или представитель Выскотского сельского дома культуры. Ага, Елена Борисовна, спасибо вам огромное, мы поздравляем. Держите. И вот такие подарки для вас приготовила администрация района. Надеюсь, что они позволят вам чаще собираться на чаепитие и обсуждать все ваши творческие достижения. Я с удовольствием благодарю руководителя Новосельского дома русского народного творчества Галину Игоревну Сошину. Спасибо, Галина Игоревна. Ваши ребята молодцы, порадовали нас. Спасибо огромное. И, конечно же, термоход тоже для вас, с тем, чтобы вы могли с ребятами приехать сегодня домой и обсудить то, как прошел сегодняшний фестиваль. Награждается руководитель Дома культуры поселка Сельхозтехника Надежда Александровна Гуф. Надежда Александровна очень активный участник творческих коллективов, сама всегда на сцене, было очень приятно смотреть. Ну и, конечно же, какие руководители, такие же и коллективы, яркие, интересные. Спасибо вам огромное. Конечно, я поздравляю творческие коллективы Старопольского сельского дома культуры и хозяин фестиваля. Спасибо огромное, вы нас очень порадовали, Наталья Ивановна. Под вашим руководством ребята прекрасно танцуют, прекрасно занимаются. Я очень рада, что мы вместе. Спасибо огромное. И с большим удовольствием я благодарю творческие коллективы Осищенского дома культуры. Руководитель Шибакова Надежда... Отчество, не помню? Так, это руководитель коллектива. Я поздравляю вас с участием в этом фестивале. Вы прекрасно смотрелись, вы показали сегодня, кстати, очень большой рост в сравнении с прошлым годом. Я благодарна вам за работу с творческими коллективами. Ну что ж, интрига, я думаю, сейчас будет наконец раскрыта. Мы определим все-таки, кто же получит на этом фестивале гран-при. Зал замер, но я надеюсь, что... Три ярких человека, Галина Викторовна Уланова, Елена Евгеньевна Боровикова, определили гран-при фестиваля, и я думаю, что вы нас поддержите. Итак, гран-при фестиваля вручается танцевальному коллективу «Забабушка». Вы получаете гран-при фестиваля и, конечно же, подарок, вот, который вручали прежним коллективам, он тоже ваш. Поздравляем вас! Ha ha ha.
будет больше веселья и смеха. Пусть люди только от радости плачут. Желаю во всем вам большого успеха в труде и в учебе. Желаю удачи. Спасибо огромное за внимание. Всех с наступающими праздниками. Счастья, здоровья, любви, весны и всего самого-самого доброго. А ваша поддержка, как она нам сегодня была нужна. Спасибо! И ждем вас всех на следующий фестиваль в следующем году. Удачи вам!